Привет, друзья, подписчики мои. Здесь дико все ребит, но так поинтереснее. Это второй в Питере, вообще два всего в Питере аппарата по 10 рублей. Вот он. И он здесь. Будем играть. Всем привет. Всем привет, да. И с нами какая-то девочка. Поехали. Молодец. А я был хорош. Это карма за то, что я... Обратите, это была попытка удачная. Да, это, скорее всего, и она и была. По плану. Ого, ого. Ого, вы видели, да? Я аж басом заговорил. Ну да, тут такой аппарат хитрый. Нет, его, кстати, подшаманили. Мне кажется, что он хуже его хватал. Дэмс. Ладно, настало время биться за дешман. Пойдем за... собакой. Вот постоянно, друзья, вы пишете, весь за дешман большие, ты не выиграешь. Я устал повторять, что и маленького, чтобы выиграть, нужно тоже, извините, подловчиться. Поэтому... Я собака, почему не с кролика? Какого кролика? Кролик симпатичный, чем собака. Я его даже не вижу, где он там? Вот он. Вот тоже. Вот. Вперед. А я молод... я был хороший, конечно, я был хороший. Поехали. Не, так и планировал. Кстати, аппарат пустова, да, заметь. Мало игрушек с деньгами. Ну, как мало, одна. Видишь, почему за дешман сложно бороться? Поэтому не кролик, потому что к собаку... Тащи собаку. Куда? Куда? Кто я такая, чтобы тебе что-то говорить? Чик. Слушай, я... 100 рублей, да, мы полтора закинули пока еще? Ну, все нормально. Сыграем, я думаю, рублей на 400, нормально. Ты кто? Ты моя любимая женщина. Моя пусечка моя. Все, ребята, поехали. Дурацкий аппарат. Вперед! Есть! Наконец-то! Это, наверное, первая попытка, которая была удачной. Мне кажется, вот реально биться за панду как-то проще. Морально хотя бы. Ну да, ты такой, типа, оп, окей, панда. Окей, блин. Ай. Я удачно сделал. Зарядили еще сатем. Я думал, ты поиграешь, ладно, я буду играть. А ты очень долго. Было раньше. Я тебе сказал, я для тебя сегодня красиво ровно положил ее. Слушай, как будто бы я прям подумал, что мы ее выиграем. Нет, нет. Слушай, она круглая какая-то странная. Наоборот, хорошо, она держит, хватает хорошо как. Это я. О, захалтурил тебе специально. Ага, чтобы ты не выиграла ничего. Да ладно, сейчас Настя, она просто, она будет разрывать, она будет побеждать все. Ну! Да, слушай, за дешман биться мы не будем, потому что вы поняли, что... А? Биться за панду. Да, ну потому что реально, дешман, дешман, а панда крутая. Панда, ну, без запросов крутая. Чего? Мне нравится панда крутая. Я не про это. Друзья, у нас Настя есть фишка, я иногда делаю летающую панду. Слушай, ну ты ее... Ну, сандалю. А еще у нас есть волшебный удар. Вот. Ты ее, да, вот дай женщине поиграть и поступи наоборот, короче. Ты давай, что давай, такое давай. Говоришь ужасное? Давай. Есть! 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 Нет, 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 да, 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 да. Массаж, 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 массаж. Расслабься, расслабуха, расслабусечка. Успокойся, пожалуйста. А, вы многие тоже пишут мне, чтобы я, ну, подожди, пока восстановится, не расшатывай. Я и без этого могу выиграть игрушку. Я и без этого мастер. Нет, давай все-таки за попу. За попу? За попу. Это панда, знаешь, похоже на что? Здесь такие конфетки маленькие. Да, я знаю. Ну... Зато смотри, как попа лежит красиво. Помолчу. Ну и молчи. Стой, молчи. Как он его нервненько. Друзья, друзья, мои, просто гранаты. Смотрите, красивые. Любите гранаты, друзья? Очень какие-то красивые гранаты лежат на земле. Ты любишь гранаты? Я обожаю гранаты. Я не могу. Я знаешь, я гранаты люблю, но вот есть гранаты высокие, это ужас. Мне прям все, у меня прям лицо разматывается. Попытка последняя осталась. Да, я знаю. Спасибо. Но у тебя их было 8, если что, так что. У тебя 28. А у меня было 12, у меня было. Нет, так потому что у тебя было их не 10, я вот о чем тебе говорю. Ой,
Вот такой вот, друзья, такого. Аппарат. Друзья, у меня есть план. Будем пробовать. Хочешь подушку? Да. Я тоже думала о подушке. Ты только думаешь, надо делать. Ну, я от носки не имею. Кто-то еще меня не научил. Сейчас. Смеется над тобой. Нет. Что вот это такое? Я вообще не знаю. Ну ладно, я понял алгоритм. Да? Вот так раздул. Возвращаемся к панде. А, нет, подожди. Я так и думаю. Ты хочешь зеленого? Да. Ладно. Слушай, аппарат просто невозможный какой-то. Мы еще ничего не выиграли. Да. Посмотри, вот он даже дешман не хочет. Ладно, друзья, у меня есть один план. Да? Да, я не буду ничего нажимать. Будет как будет. Понятно. Да. Ну, кстати, попробуй еще раз карандаш. Не хочу. Нет. Ну ладно, по крайней мере. Слушай, он офигенно захватил. Это был самый лучший, наверное, захват из всех, что были сегодня. Давай, пробуй ты, наверное, еще. Давай за панду, все, остальное вытаскивать, ну, нереально. Если мы выиграем слоника, я больше расстроюсь, на самом деле. Пускай лучше мы, друзья, не выиграем панду, чем выиграем какую-то... Ну, Зай, вот ты не стараешься. Я раньше случайно... Пускай лучше мы выиграем... панду, чем выиграем не выиграем панду, чем выиграем какую-нибудь шляпу. Солнце даже, вот я пытался, не, даже носки не получилось. Так. Блин. Ладно, сейчас хорошо, лег. Надо за голову, за жопу нереально, надо за голову брать. На жопу больше, потому что. Да, она больше и как-то кривее берет у нее. Клешня вроде не особо раскручивается, это даже может и усложнить, а может, я не знаю, пока не решил. Это усложнит, облегчает. Отлично! Вот сейчас хорошо. Вот сейчас хорошо. Она сейчас прям хорошо легла. Нет. Прям идеально. Она прям сейчас немножко подразвернется и будет прям четко схватить ее. Так? Да. Отлично. Идеально. Зажим мастерский. Слушай, я в прошлый раз в этом парате тоже ничего вам не выиграл. То есть, с одной стороны, аппарат 10 рублей, да, то есть он дешевый, для ролика хорошо, но с другой стороны, даже дешман мы выиграть не можем. Не то, что тяжелый. Давай, пробуй еще. Вот мне нужно посмотреть время, сколько времени. Друзья, я еще не забыл часы. Настя сказала, ничего страшного. Все, увидел, спасибо. Она показывает мне свои часы. Это совсем печальный док. Так? Не, конечно, ну, я не знаю, левее надо. Мне кажется, да, тут так. Блин. Давайте. Ладно, попытки осталось 3, друзья. Я думаю, на сегодня это все. Смысла бороться здесь я не вижу. Мне кажется, мы не выиграем. Мне кажется, самая удачная была тогда, когда я попал к клешнёй. Сейчас он бежит вообще плохо. Да. Он потому что цепляет из-за жопы, из-за блин. Да. Попробуй совсем левее. Не, вообще криво просто лёг. Вот осталось последнее. А мы не грустим, мы не отчаиваемся. Очень мы грустим. Я прям плачу и расстраиваюсь, друзья мои. Попытка последняя, друзья мои, раз. Ну,
Все, давай еще раз. Ну просто он так хорошо лег, давай уже, все, давай. Будем добивать. Друзья мои, ну вы пока подписывались, ставьте лайки, нажимайте на динь-динь-дон, диги-дон. С вами был лучший опля. Ну я вот прям сейчас поверил. Нет, друзья, мне кажется, это вообще выиграть нереально, все кидало какой-то. Не знаю. Вот самые удачные попытки даже. Ну, они каждый раз хватают, но... Не, удачных было много, хорошие прям захваты, отлично. Он просто отпускает и все. Нет, что я имею в виду прям, что алгоритм все. А, ну да, удачный, ну не было. Если бы он был далеко, там, допустим, он был и нос. Ну, хотя бы и пронес немножко, да. Ну все, добиваем. А так он просто его вытянул туда, получается. Ну, мы его перевернули. Он его, да. А так, чтобы он взял, понес, а потом отпустил, такого... Ну, вот что это такое? Ну, что это такое? Просто какое-то, друзья, мы издевательство. Не, как-нибудь хочется, знаешь, прям косаря два забросить, ну, просто реально пытаться, пока не выиграешь. Но мне кажется, что это... Опа! Ну, хорошо сейчас. Да, 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 я почти выиграл эту игрушку. Не, я думаю, не выиграешь. Ну, может, ты выиграешь, но где-нибудь, знаешь, типа, а-ля на сотую попытку, на трехсотую, то есть, нет. Ну, сотую, трехсотую, ты слышишь? Ну, нет, я к тому, что, ну, слушай, ты же не говоришь, что ты должен один играть тут на такие большие деньги, попытки. Просто кто-то один раз подает. Сейчас он как-то, знаешь, он когда-то просто вот да. Бит и сматывает, а когда-то прям медленно, потому что гладит. Тебя обманывают, и в итоге вот. Вот сейчас нормально, но он так сделал. Он сделал вот так вот. Попытка последняя, две попытки осталось. Ну что, пробуем. Я за тело берусь тогда, когда он за голову не получается. Он бывает же то, что криво лежит. Сейчас за голову? Блин. Вот, я про это и говорила. Ай, ну это он развернулся, видишь, немножко. Ладно, я понял, что нужно сделать. Сейчас, знаешь, будет самое ироничное, что попытка у нас последняя осталась, и он сейчас на них-то хорошо схватит ее, зараза, знаешь. Как всегда. Он, может, это и делает так специально. Или пронесет ее сейчас как. Не, даже не схватит. Ну и все. Подписывайтесь, всем пока-пока.